Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. Помните, я вам рассказывал про вентилятор, всего вентилятор в ванную комнату с функцией таймером. Вот данный вентилятор, в общем, отработал около 2 лет и вот так вот зашумел. То есть он полностью исправный, полностью рабочий, но при работе у него возник шум. Скорее всего, наверное, вышли из строя подшипники, еще какие-то звуки. Обратился я в магазин, где приобретался данный вентилятор, и попросил их произвести замену данного вентилятора, ну, либо ремонт. В инструкции сказано, срок службы вентилятора составляет 5 лет, и производитель гарантирует нормальную работу вентилятора в течение 5 лет со дня продажи в розничной торговой сети, при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, ну и так далее. То есть сейчас повезу вентилятор на замену, ну либо на ремонт, и посмотрим, что будет дальше. Ну, в общем, сейчас буду его отключать, обесточу данную линию, отключу питающий кабель и буду срезать герметик, на который был приклеен данный вентилятор. Так, ну вот питающий кабель я отключил. Тут у нас клеммельчик. Сейчас нужно аккуратно срезать по периметру силикон. Ну вот таким вот макаром, обычным канцелярским ножом, то есть вот так вот посрезал вдоль периметра. Естественно, здесь вот нужно быть осторожным, чтобы не повредить питающий кабель. Вентилятор, в принципе, вот у нас поддался. Так, сейчас вот кабель вытащу. Так, ну все, вот вентилятор я снял. Когда я вытаскиваю вентилятор, его лопасть сама выскочила, но это и видно, да, поэтому, что часть осталась здесь вот на оси. Ну, немножко привел в товарный вид вентилятор, почистил его. Ну, посмотрим, как отреагирует производитель. Магазин хочет связаться с производителем и отправить данный вентилятор на экспертизу. Ну, дальше я вам расскажу, чем закончилась данная история. Ну что, прошло около 2 месяцев. Вернули мне вентилятор в целости, сохранности после ремонта. Была претензия, что сломана лопасть, и была произведена замена клетчатки. Вентилятор работает согласно заявленным характеристикам. Данный вентилятор у меня попал под гарантийный случай. Был ему произведен соответствующий ремонт. То есть установлена клетчатка. И вернули мне его обратно. Хочу поблагодарить лично от себя производителя компании Aero, а также все сервисные центры, где производится ремонт данных вентиляторов. Без всяких споров вентилятор у меня приняли, отремонтировали и вернули. Ну, прежде чем сейчас его устанавливать обратно, я его вскрою и проверю, действительно ли он работает бесшумно, без нареканий, и уже потом приступлю к установке. Так, ну вот, разобрал вентилятор, подключил на него фазу и ноль на питание схемы. Подал сюда, соответственно, напряжение 220 вольт. И сейчас третьим проводником, куда у нас подключается фаза для таймера, я его запускаю. Вентилятор работает. Тихо, бесшумно, как и должен быть. Приступим к установке. А устанавливать вентилятор на плитку я буду опять же с помощью силиконового герметика, ну как он в принципе и был установлен. Сейчас потихонечку промажу здесь швы.
Ну, вот так примерно получилось. Так, а теперь я его установлю в нишу и зафиксирую с помощью либо малярного скотча, либо обычного скотча. Так, ну вот примерно выставляем. Ну все, дадим немножко подсохнуть герметику и будем подключать данный вентилятор. Ну вот и все. Все подключил обратно. Вот видите, все работает сейчас бесшумно, тихо. Ну а теперь закрыл крышку, установил сеточку. В общем, все работает. Кто также пользуется вентиляторами Aero, и у кого он, допустим, вышел из строя, там загудел подшипник или сломались лопасти, как в моем случае, то, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь по месту покупки, естественно, что предоставя чеки, то без проблем, я считаю, вам его отремонтируют в пределах указанной, в пределах периодичности указанной гарантии. Вот такое вот небольшое видео. В общем, если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки электрика». До новых встреч!